Приветствую вас, друзья. С вами я, Коля, на связи. Все еще на работе. Блин, но радует одно. То, что финал чемпионата мира я уже буду смотреть дома. Пока что у нас прогнозик на второй полуфинал. Это Франция против Марокко. И будет здесь очень интересно. 13 числа в 22:00 состоится этот матч. Победитель этой пары будет играть в финале с победителем пары Аргентина-Хорватия. Кого вы хотите видеть в финале, пишите свои мысли, друзья, в комментариях. На сборную Франции дают 1.56 в этом матче, на сборную Марокко дают 7.8. В четвертьфинале сборная Франции обыграла сборную Англии со счетом 2-1. Ну и, конечно же, тоже был такой драматический матч для болельщиков сборной Англии. Гарри Кейн на 84-й минуте не смог забить второй пенальти и сделать счет 2-2 и дать надежду болельщикам и игрокам. В общем, Франция вышла в полуфинал. Что касается сборной Марокко, и они обыграли сборную Португалии со счетом 1-0 и вот вышли в полуфинал. И вообще, друзья, сборная Марокко пропустила всего лишь один мяч пока что в стадии плей-офф в групповом этапе. Вы можете себе это представить? Всего лишь один мяч. На тот момент, когда сборная Франции пропускала во всех своих матчах, начиная от группового этапа и уже в стадии плей-офф. Так что марокканская сборная, мне кажется, здесь сделает какой-то сюрпризик. Так, друзья, но сейчас я вам свои мысли скажу на этот матч. Первое. Индивидуальный тотал угловых Марокко больше 2,5 за коэффициент 1,84. Второе. Желтые карточки больше 3,5 в матче за коэффициент 1,82. На кону выход в финал. Игра будет грубоватой. В обороне никто отсиживаться не будет. Да, конечно же, сборная Франции будет здесь наверняка играть первым номером, но Марокко не та сборная, которая будет ставить автобус. Атаковать тоже будет. И третье. Обе забьют за 2,36. Вот и все мысли. Свои мысли пишите в комментах. Подписывайтесь на каналчик, а я работаю. Пока.